Порода арашан – результат скрещивания кыргызских овец с гисарской породой. Представители этой породы имеют крупное телосложение – до 100 см в холке. Вес одной овцы может варьироваться от 110 до рекордных 220 кг. Ягнята оцениваются в 1000, а взрослая овца – до 5000 долларов. Особенно высок спрос на кочкоров. Кызыгым башында кисар болчу. Азыр мынакей много арашан деп. Раньше называлась гисарской породой, сейчас арашан. Уже 20 лет занимаюсь разведением овец. Из преимуществ этой породы – больший вес и выглядят более привлекательно. Привлекает покупателей. Этого кличка Густав. Көрнүктү, адамдар өзүнө тартып турат да. Порода арашан была специально выведена для получения качественного мяса. Преимуществами выращивания этой породы являются активный рост и развитие молодых особей. Уже в возрасте 7 месяцев они могут весить более 55 килограммов, а в год уже до 80 килограммов. Жака айтер келип опыт алып жакшы-жакшы кошкорлорду көрөбүз деген бир. Приехали сюда обменяться опытом. Очень хорошие овцы. Порода арашан вызывает большой интерес и у нас в Казахстане. Подобные выставки имеют большое значение в процессе перехода овцеводства от количества к качеству. Возможность встретиться и обменяться опытом фермеров Кыргызстана и соседних стран. Это все наследие, доставшееся нам от предков, разведение скота, фермерский труд. Желаем всем фермерам, кто заинтересовался и приехал сюда, успехов в их труде. Победителям выставки были вручены 2 автомобиля, а также 300 тысяч сомов. Также лучшим из участников были вручены дипломы, медали и кубки. Напомним, выставка организована племенным обществом Арашан и посвящена памяти фермера Сеид Казы Баракова.